Всем привет! И наконец-то настал тот момент, когда у меня появилась возможность рассказать о том, что было в кадре «Следуй за мной» во время съемок Москвы. Было очень холодно, поэтому будет очень много теплой, очень теплой одежды, которая меня не спасла. Вы это все увидите или видели уже во время съемок маршрутов в Москве. И большая гордость в том, что практически все дизайнеры, которые были у нас на съемках, это были русские дизайнеры, мои любимые, талантливые, молодые, о которых я сейчас расскажу. Первый кадр был на ВДНХ. Я надела одну из самых теплых вещей. Это такая парка, золотая парка. Русские ребята, я Гришов, с надписью «Follow me too». В Янареме я была в таком модном свитере от Алены Ахмадулиной. Очень много блесток, лайкры, это все очень модно, стильно. И вот такой вот красивый с каким-то змеем, Горынычем, наверное. Но в этот день кульминацией всех съемок стала стела рабочего и колхозницы. Вот такое вот замечательное платье Веры Кульшицкой. Я нашла вот такое вот платье, в котором практически невозможно ходить. Оно похоже вот тут вот на медузу. И очень хотелось что-то такое футуристическое, космическое. И мне кажется, у нас это получилось. Дальше мы поехали в замечательный Пушкин. Кадр очень вальяжный, очень женственный. Поэтому... Вот пошла тяжелая артиллерия. Платье очень красивое, но очень-очень тяжелое. Дальше мы поехали в замечательные декорации Мосфильма, в котором я предстала в русском образе, надела вот такое вот пальто от Янина Кутюр. Русское. Мне очень понравилось, потому что в кадр попали купола голубые. И они были очень созвучны с рукавами. У меня были перчатки длинные, конечно же, кожаные. И русский платок. После этого мы поехали на крышу МГУ. Погода была абсолютно ужасная. И Мурат меня опять заставил раздеться. И я снималась вот в этом платье. Вы можете себе представить? То есть это, чтобы вы понимали, это сеточка. На самом деле она очень красивая, но очень холодная, не по погоде. Был к нему комплект. Вот такое замечательное пальто. Красиво, но очень холодно. Петь я не умею. Мы снимали в цирке. И в кадр пошло вот такое вот платье. Хотелось, конечно, что-то покороче, но мы подумали, что цветовая гамма, вот так вот это выглядело со спины, так с рукой, было очень красиво и очень грациозно. Дальше мы поехали в Сити. И снимали в Сити, съемки не совсем удались, было очень сложно. Мы снимали на 85 этаже. У меня было вот такое вот замечательное платье, летнее, такое летящее, красивое платье. Но мы поняли, что я просто в нем улечу. И на помощь к нему пришло вот такое вот пальто, сумасшедшее просто, очень модное, Viva Vox. Ни один человек, который проходил мимо, не был равнодушным к нему, потому что к этому замечательному образу мы добавили вот такую замечательную фэшн-шапку. Вместе, мне кажется, нам образ очень удался, и тут главное быть очень смелым и не бояться экспериментировать. После этого, сейчас посмотрим по сторонам, мы поехали в метро. В метро у нас было несколько кадров. Я вот надела вот такие кутюрные платья, Дэн Кутюр, красное, потому что Мурик сказал, попросил меня одеть что-то очень яркое, чтобы я выделялась. Сзади такая полоска была, очень красиво, очень эффектно. Второй станции метро я немножко решила повоображать и надеть вот такой крутой брючный костюм, смелый, расшитый, блестящий, бренда Sorry I'm Not. Кадр на Красной площади я оставила на десерт, потому что кадр я снимала вот в таком не спортивном, в таком костюме, красивом в пайетку. И вот такой вот парке моего любимого русского дизайнера Майя. Я выглядела, наверное, как Снегурочка. Я была очень рада, что мы снимали не в тонких платьях. Было снежно, сказочно, весело. И я думаю, вам понравится кадр, один из лучших, который был в эту съемку. Кадр
в Большом театре мы сделали замечательным брендом из это, вот в таком вот брючно-кафтанном варианте. Ребят, это не просто, ну, если с голой спина, конечно, не просто красиво, это невероятно красиво, ручная работа. Мне кажется, у нас все удалось, наряды максимально показали всю красоту нашего города, замечательного. Я жду ваши комментарии. Как обычно, путаю, подписывайтесь, ставьте лайки в каких-то углах, вы разберетесь. Люблю вас. Целую, увидимся в следующий раз в следующем городе, в котором я также расскажу то, что было в кадре. Лайк? Ты что, Мурат, не ставишь?